Художественная гимнастика – захватывающий и очень красивый вид спорта. В Ульяновскую область приехали 500 спортсменок со всех городов Поволжья, чтобы разыграть медали первенства ПФО. Жюри оценивают не только физическую подготовку спортсменок, но и артистизм, выразительность, чувство ритма и музыки, а также костюмы. Несмотря на погодные условия, к нам доехали все регионы и привезли сильнейших гимнасток своего субъекта. Девочки будут соревноваться за право попадания на первенство России в команду Приволжского федерального округа. Как и на любых соревнованиях, поддержка зрителей – важная составляющая. Первенство ПФО не стало исключением из правил. Девочки и девушки соревнуются в двух направлениях – индивидуальная программа и групповые упражнения многоборья. На соревнования две категории спортсменок – перворазрядницы и кандидаты в мастера спорта. Среди инвентаря – обручи, булава, мяч, ленты и скакалки. Уровень выступления очень высокий. Художественная гимнастика в России развивается колоссальными темпами. Благодаря старшему тренеру сборной команды России Ирине Александровне Винер у нас усложнена программа относительно Международной федерации. Российская федерация работает по более сложной программе, и у девочек, у каждой программы соответствует. Все старания на первенстве и изнурительные тренировки в зале ради попадания на чемпионат России по художественной гимнастике, который пройдет в феврале в Москве. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда, ТВ.